Привет, друзья! Как прошел ваш день? Что вы сделали сегодня? Давайте узнаем, как это спросить на казахском языке. Наша сегодняшняя тема – не стидыңыз. Что вы сделали? Не стидың бүгін күнімен. Не стидың бүгін түнімен. Өмірдің құны білдің бе? Жоқ. Бос қомір сүрдің бе? Сегодня мы научимся использовать форму прошедшего времени для описания ваших действий. Готовы? Тогда начнем. В казахском языке, чтобы сказать, что вы сделали, после местоимения идет глагол в основе. Затем добавляется суффикс прошедшего времени «да», «да», «то» или «то». И в конце ставится окончание, называемое «жиктык» – «жалгау», которое указывает на лицо. «М» для первого лица, «м» для второго лица и так далее. Давайте посмотрим, как это работает на примере глагола «бару» – «идти». «Мен оқыдым» – «я учился». «Жиматты қызым оқыдеды». Оқыған қыз орнан табады, оқы деді. Оқы, оқы, және оқы деді. Шенді әжеңіз айтпаған шығар осызды. Әжеммен Владимир Ильич Ленин айтты. Ленин деп айтып кетті ма? Айтты. Оқы, қызым оқы деді. Мен оқыдым. Мен оқыдым. Мен оқыдым. Қаны орным? Әжеңізді сұраматыңыз? Сен келдің, ты пришел, пришла. Ояусыз өмірім, сен келіп күн бердім. Сенедің қайырмасың, мен жасаңдан бердің. Дауасын жүрегім, табалмай сен келдің. Қасыма сен келдің, мен содан емделдім. Сіз не істедіңіз, что вы сделали? Вежливая форма. Енді көбінде біз өзіміз сұрап жатамыз ғой, мемлекет бізге не берді, не жасап жатыр, не істеп жатыр деген сияқты. Бірақ біз бүгін адамдардың өздеріне ой саламыз. Сіз мемлекет үшін не істедіңіз, еліңіз үшін не істедіңіз? Ол кетті, он, она ушла. Так, а теперь, друзья, время практиковаться. На экране вы видите несколько слов: кино, куру, смотреть кино, юхтал, спать, дималу, отдыхать, тамах, сыру, готовить еду. Ваша задача составить предложение, используя местоимение мен, сен, сис, ол и эти слова. Помните, сначала идет местоимение, затем глагол, после которого добавляется суффикс прошедшего времени. Да, те, та, те. И в конце окончание, которое указывает на лицо. Например, мен кино курдым. Я посмотрел кино. Посмотрела. Сен ихтадын. Ты спал? Спала. Ұйқысыз түнде, ойым тек сенде, әрі сағынам. Сіз демалдыңыз, вы отдыхали, ол тамақ пісірді, он, она приготовил, приготовила еду. Пишите свои предложения в комментариях, и я вам дам обратную связь. Не забываем учить новые слова. Сегодня я хочу дать вам вот такие полезные слова, которые я выбрал из казахского словаря Оксфорд, который выпустил общество казахтеля. Я выбрал оттуда специально такие слова и словосочетания, с которыми вы можете потренироваться. Кино көру, тамак ішу, и жинау, киену, серуендеу, тималу, және тамак пісіру. Напоминаем, что этот курс организован компанией BI Group и обществом казахтеля. Спасибо, что вы были с нами. Сау саламатта!